Проехали всю. Вот вы сейчас, вот я вам все показываю. О, видите, и тато траверсары. То есть нельзя. Вы проехали всю эту атомную электростанцию, да? Вот, посмотрите, дорога, видите, вот смотрите, какая, да, в сети. Вот. И я решила не выходить. Потому что, понимаете, я вам сейчас все сниму, что мы вот как бы по периметру ее объехали. Там дорога кончается сзади меня. Там типа что-то какое-то заброшенное это. Вот. Очень большое вот расстояние. Вот смотрите, вот эти вот два вот этих охладителя, да, стоят. Один и два написано. Там написано рефридамент. Один и два, да? Но охладители. Охлаждение делают, да? Вот. И вот это все здесь. Мы еще так, знаете, посмотрели. Вот это все пустое пространство. И хрен поймешь, что тут. Чувствую, что, знаете, это сохранение. Вот. Вы понимаете, явно под землей пустоты, потому что очень много всяких таких колодцев в нашем стиле. Вы посмотрите, здесь вот что, да? Посмотрите, да? Просто пустое пространство, огороженное вообще. И вот, кстати, что это, да? Как это? Выкуп какой-то, да, для животных. Вот. И вот эти штуки, с другой стороны, тоже, кстати, пустое пространство. Здесь, как бы, опять же, должно быть по рядом, где они мне сказали, но мы никакого пока по не видели. Но, может быть, зайдя по Паеванте, да? Я им говорю, что когда деды мне говорили, что когда ты поедешь, типа к самому прямо, да, к самому атомнику, то будет репо. Но мы пока его не видели. Скорее всего, ребятушки, вот я сейчас все объеду, да, вот смотрите, все пустое пространство здесь. И я вот видела сейчас, да, до этого я не видела, но сейчас из машины увидела, что торчат наши вот эти колодцы. Вот эти колодцы, которые я называю наши. Если он сказал, что если мне надо будет выйти, он останется. Но, как бы, знаете, даже он сказал, что такое вот чувство здесь, ну, неприятное. Неприятное, на самом деле. Вот. Ну, может быть, потому что мы зимой приехали, не знаю, хотя, знаете, уже зимой тут назвать прям натяжкой можно. Но с другой стороны, вообще поля, ребята, уже просто. Пустое пространство. Абсолютно. Такое чувство, что мы вообще здесь. Я себя бью, потому что немножко это ругательство нельзя произносить. Меня может YouTube за это, вот за это ругательство мою дочку со школы выгнали. И мама у меня лезет, ну, потому что правда, там, где мы находимся, вот действительно, ну то есть, вот знаете, как это, такое вот это вот, это. Я просто смотрю на другую сторону, понимаете? Но там какие-то пустоты с какими-то холмами. О, ладно. Вот сейчас вам покажу, что-то я нашла. Смотрите, я сейчас выйду, тем более, видите, вы видите вот эти вот охладители. Аспекта. Натиму. Я выйду на секунду, покажу вам. Вот смотрите, кстати, отсюда видно, вот смотрите, видно отсюда, сейчас я вам покажу, издалека, вот видите, наши колодцы торчат, видите, смотрите, вот, и вот здесь тоже, смотрите, сейчас покажу вам, прямо передо мной, смотрите, видите, наши колодцы, сейчас я вам покажу, что напротив, посмотрите, вообще просто ничего нет, смотрите, но есть вот эта штука, полностью поросло травой, туда идти нельзя, конечно. Что это такое вообще непонятно, смотрите. Только сейчас увидела. Он говорит, он бы не увидел бы, если бы не это, если бы я не всматривала. А козак искрит, так ви. Смотрите, есть табличка. А, смотрите, есть, видите, смотрите, Pericolo di Folgorazione, смотрите, видите. Током дернет. Значит, они провели, он говорит, они провели эту. Мое новое додовое. Пертера? А, они на земле.
По земле она идет, нифига себе. А перке алёра с кузами? Коза качала на скондеры с куза? А? Перке? А тут еще кабася надорла. Но. Он пошел где-то. Я жду, когда его дернет током, он превратится в скелет. Эрба. Макоста, он козо, он... А, и че коза че? Покажет. Ребята, пока меня током не дернуло. Хоть и написано у них, что током. Ну, короче, вы знаете, в Италии ничего не функционирует. Смотрите, есть трубы. Вот, есть ямка. Я не понимаю, что это. Смотрите, какое дерево. Как обычно, мы тут в помойках. Смотрите, вот это вот что, да? Опять, посмотрите, наш этот, явно. Наш колодец, да? Ну вот эта штука вообще, что она здесь делает, да, вообще просто. Блин, как они колятся вообще. Вот что это такое, да? Ничего нет. Ребята, там пустые поля. Вы посмотрите, какое дерево, да? Посмотрите, какое дерево. Пустые поля. И вот что это? Вот секунды, куздай квесту. Вот секунды. Че, ну че ненты? Ну че ненты, че квеста коза? Кон вам подарит пуры. Сембра какая ум. Типа она коза про дискотека. Вообще, очень странно, что это такое? И здесь идет канал, ребята, вот смотрите, здесь все вроде прямо, да? А туда, смотрите, идет канал. И туда дальше продолжается. Но нам туда, мне кажется, идти нельзя. Я пытаюсь всмотреться, что это? Это вообще какая-то площадка и все, да? Как будто бы кусок. Вот смотрите, какое видение красивое от этих. Вот, смотрите, кстати, с этим, да? Вообще. Опять же, как каминные вот эти вот, как у каминов, да, вот этих в костелушке, такая же форма, да, юбочка, как у костела, это юбочка, это, как они кусаются, эти нахалы. Он сказал, что идти там, где он сказал. Короче, ребятушки, в общем, вот такая вот фигня здесь, да, в общем, все таинственно, на самом деле. Пусто, но таинственно. Вот опять, видите, этот колодец виден наш. Колодец роста, как я их назову, наши колодцы. Вот. И вот вообще все пусто. Все пусто, но здесь такое чувство, что просто огорожено. Что-то, потому что там, во-первых, очень-очень много каналов рядом. Очень много каналов рядом. Вот, она, ребятушки, закрыта с 87-го года. Как только... Вот случилось на Чернобыле, типа написано, что референдум был в Италии, типа решили закрыть. Я спросила у Фабио, он говорит, я не помню никакого референдума, вот, что проводили. Поэтому, ну вот что это такое, вообще непонятно. Вот, ребятушки, у меня насчет всяких вот этих вот атомных станций тоже свое. Куда уехал? Блин, у меня насчет станций этих тоже, знаете... Атомных есть свое мнение, которое я не буду говорить, потому что не хочу я. Мне это не в наших, как бы, не ходит на мои интересы изучения. Хотя, все хоть когда ты так глубоко залезаешь, как я залезла, все входит в это. Ну, как бы, пусть они, как сказать, живут как хотят. Вот. Пытается, видите, молодец, он пытается понять, можно ли подъехать к этой фигне, понимаете? Ребятушки, там еще что-то есть, смотрите, там еще что-то есть, да, кстати? Видите, торчат. Да, все, видите, в этом. А потом, ребята, весной вообще не будет видно. И что это такое, понимаете? Может быть, он посмотрел, что это? Мависта качанка, альтри. А, ну. Но он говорит, что нельзя ничего узнать. Вот.
Я говорю, что я не буду обсуждать вообще существование атомных электростанций, пока, во всяком случае. Вот, на болталке, может быть, я задену этот вопрос, но это не для меня, не как бы нет. Ну вот смотрите, огромная стоит, огромная уже, получается, 30 лет, 30 с чем-то лет, 30, почти 5 лет стоит огромная территория, да, с огромными двумя вот этими вот охладителями, там дальше же еще, это огромнейшая территория, ребятушки. И ничего с ней не делают. И вот посмотрите каналчик наш. Вот видите, я говорю, что... А, вот, я еще хотела сказать, что вокруг вот этих вот трино, да, вокруг того, что вот мы ехали сейчас, я вам сейчас специально засниму, одни каналы просто. Это невозможное количество каналов. Я уже вам говорила, что около Навары, около вообще, вот как только Мадженту проезжаешь, начинается огромное количество всяких маленьких каналов. Меня там высмеивали всякое, поэтому я иногда не хочу даже снимать, но... Здесь, вот около именно вот этой станции атомной, очень много каналов, ребятушки. Вот. Ладно, все, я сажусь в машину. Это первое видео я сделала. Сейчас я начну второе снимать уже с машины. Короче, хоть как мне неинтересно здесь было делать, потому что пролезть-то нельзя на территорию. Видите, колючая проволока. Вот. Короче, видео я сделала. Пока-пока.